Всем привет, друзья, канал Масали. В работе у нас Skoda Fabia. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную заднюю арку. Теперь максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Но пока ждем. Мы общаемся с автовладельцем. Мы предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блок-шот. Владелец согласился. Пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!